Всем привет, с вами Комаров Виталий. Сегодня бы я хотел бы поделиться своим мнением. Вот смотрю, значит, в последнее время новости интернета, как говорится, про Беларусь, про Хабаровск. Вот эти все забастовки, особенно в последнее время, что в Хабаровске творилось. Ну, это вот, я не знаю, Беларусь нашу власть никак не научила. Людей избивали по-свински, в буквальном смысле, эти ОМОНовцы. Ну, ничего хорошего об этом, конечно, сказать никак не хочется. А вот с другой стороны, давайте-ка вспомним лет так несколько назад, буквально ближайшее время, да? Как у нас было-то? Да разве у нас народ подымется? Да разве кто-то народ будет слушать? Да разве нашим людям это надо? Все боятся, все ссад. Все боятся пойти против власти. Ну, вот вам первые отголосочки. Беларусь не выдержала. Хотя я думаю, что и там так же. Наверное, вся Беларусь, вот если я не прав, в комментариях отпишите. Вся Беларусь считала, что против ветра нельзя ссать. В Хабаровске то же самое, наверное, так же было. Я вот думаю, что дальше больше это все как-то растекется по всей России. Ничего хорошего-то в этом нет. В то же время власти своих ошибок признавать, увидеть, они никак не хотят. Они знают, что они правы. Как вот я тут в этом году у нас в Бушмакова с одним из начальников спорил, с ВОЦНАБом. Не захотел он, видишь ли, воду копать вот соседям через дорогу, потому что там кабель какой-то проходит, там газ проходит в земле, копать затруднительно. Он просто предложил, подсоединись к соседу через огород, и все. Я ему доказать не мог, что если два крана открыть, то напор у меня будет хуже. Он там у себя водички нальет попить, а я из-под душа выпрыгнул. Не получилось доказать, так он со своим мнением, как говорится, уехал. Людям так они воду и не провели. Ну, так вот у нас. И во многом так у нас. У нас вот сейчас, вот в Пензенской области, да, елки-палки, она, можно сказать, славится у нас строительством дорог. У нас довольно-таки неплохо дороги строятся. Поселки хорошо развиваются. Прям красивенько так становится. Уж никому не секрет, что нашего Белозерца зовут Вань Бордюр. Вот так вот. До этого у нас Бочкарев был, Василий Кузьмич. Так того Долей звали. И вот, это все хорошо, то, что у нас что-то строится, что-то как-то у нас делается. Но это, знаете, это как цветочки вокруг могилки обновлять. Старенький убирать, новенький. Вроде все красивенько, а покойничек-то он так там и лежит. Люди этим всем насытятся. У нас растет поколение. Мы вот сейчас, как говорится, живем все хуже с каждым годом, да? Хотя власть имущие сейчас скажут, да где же хуже. Да глянь там, да глянь сям. У нас там завод построили, сям завод построили. А что-то вот все. Все и вся в Москву ездят, все там работают. Даже там, где эти заводики построили. Вы вот сейчас вот у нас в Башмаково, еще где-то там. Да кто против власти пойдет? Вы имеете в виду, что в Белоруссии так же было? Это было в Хабаровске так. Люди поднялись.
Последний раз, когда их ОМОНовцы разогнали, в буквальном смысле разогнали, избили по-свински, в буквальном смысле, они тут же вечером собрались. Я вот смотрел эту трансляцию, вы знаете, это уже была не демонстрация. Я вот смотрел и видел там, да, бабы, бабенки стоят, орут. Там за фургал, за все, что такое. Я их поддерживаю, ничего не говорил. Но вот на мужиков я смотрел, они туда не на митинг пришли. Они туда уже пришли, готовые драться. Им плевать было, кто там у них, Дегтярев или что там. Про Дегтярева я вообще считаю, что это человек, мягко говоря, который не должен быть ни у власти, ни в политике. Я не знаю, каким он там боком пролез. Все это дальше больше может разрастись на всю Россию. Дальше больше, это, скорее всего, так и произойдет. Мы-то еще как-то можем жить. А вот у меня сын, ему вот 18 лет будет. Вот станет ему 20 лет, он получит профессию, да? Вот, например, сюда он уже приехать ему незачем, но во всяком случае, пока он сюда даже не собирается. То есть люди покидают наш поселок. Он с каждым годом мельчает, мельчает. Люди все отсюда больше и больше уезжают, потому что здесь перспектив ноль. У нас развивает сельское хозяйство, да, земли пашут то тут, то там. Но не все же рождены быть пахарями, земледельцами. Какие-то производства должны открываться, как-то это все нужно восстанавливаться. Да, я понимаю все это, как-то, может быть, и невыгодно, но голову-то... У вас же есть, я вот сейчас, как говорится, к чиновникам обращаюсь, голову-то они у вас, они же у вас большие, вы уже столько всего понапридумывали. Как говорится, пора бы в этой голове-то мозг включить, вы что-то решаете. Я очень, вот искренне говорю, я очень не хочу, чтобы все бы вот это вот летело в тартарары. Чтобы мой сын вышел на такие вот забастовки, чтобы что-то там пошел какое-то правительство завоевывать. Я этого очень даже не хочу. Но это все к этому идет. К вам обращаются вот в прямом смысле, да. К вам человек обращается, говорит, живу хреново. А ему отвечают, этого быть не может, потому что это незаконно. У нас что получается? Все тогда незаконно, что ли? Потихоньку дальше больше ваши вот эти санкционированные митинги, они нахрен не нужны будут никому. Люди просто будут выходить озлобленные. Они сейчас-то уже не особо добрые, пока друг на дружке срываются. А вы потом будете кричать. Американцы виноваты, блогеры. Мозг-то надо иметь. Я вот, например, из своего, как говорится, маленького Башмакова, медицина, да. Я вот иду в больницу, да, из-за того, что я вот заснимаю вот такую вот хрень. Ко мне там относятся очень хорошо, встречает меня там с улыбочкой. Я ничего не говорю. Со стороны же слышу чуть ли не одно свинство. Не знаю, может быть, не врут. А с другой стороны, как у нас вот эта оптимизация 10 лет назад была, так она и осталась. Нас людей с инсультом возят в Каменку. Это чуть ли, по-моему, 90 что ли километров от нас. 90 километров. Если не больше. Считай, 100 километров везут больного человека на машине. Женщина приходит рожать в больницу, а ей говорят, да, у нас лицензии нет.
как вот понимать это все? Женщина рожает, а ей говорят, ты вызывай скорую, за тобой пускай приедут, пускай тебя везут. Родишь в машине, так родишь. Чё? Ну это вот отношение к людям, это вот чисто вот свинское. Даже не как к баранам, это так. Какой-то это. Это, знаете, не хочется вот считать, почему-то сейчас вот врачи виноваты. Нет, это вот их поставили в такие рамки, что ли. Наша вот власть что-то вытворяет. С другой стороны, да, заставить бы нашу вот власть, как говорится, этого же губернатора, в буквальном смысле можно заставить, чтобы он занимался нашей медициной, чтобы вот эта вся оптимизация прекратилась. Но у меня почему-то такое ощущение, что если он начнет этим заниматься, то он станет неугодной власти. Его сместят. Кстати говоря, вот выборы были в местные губернаторы. Ну, во всяком случае, у нас говорят, он прошел честно. Я не знаю, я с этим могу только его поздравить, если это на самом деле так. По сравнению с другими выборами, которые происходили, черт знает что. Когда я спрашивал, от меня просто отворачивались. Все, ничего не говорили. А здесь сейчас Гордов мне все заявляет. Он прошел сам. Но вот эти вот искорки, Белоруссия, Хабаровск. У нас там что-то уже в Казахстане что-то натворили. Я не знаю, ничего хорошего это не предвещает. Одних цветочков, то до бордюрчиков-то их мало. Нужно делать так, чтобы человек работал на своем, на своей земле, на своем рабочем месте. Чтобы он уверен был, чтобы к нему относились по-человечески. Не как к свинье, а по-человечески, чтобы к нему относились. Чтобы ценили его труд, чтобы получал нормальную зарплату, а не по принципу того, за воротами тут до хрена и больше. Хочешь работай, хочешь нет. Тебя здесь никто не держит. У нас уже есть такие предприятия, в которые прошло чуть ли не все Башмаковы, сейчас туда особо-то не идут. Нормально, чего? Дальше больше, вот все люди оттуда увольняются. Туда более неохотные идут. Да, люди туда устраиваются на работу, да, но они же все видят. А молодежь вот когда придет, что ей-то будет? Рабочих мест нет? Ну, Москва-то она, да, резина, и она всех в себя возьмет. А что здесь-то вот делать? Например, вот наши, у нас население, я не знаю, 1010-то есть. Что здесь-то? Ну да, инфраструктура, у нас места отдыха, у нас тропиночки, у нас делают дороги. Но люди с Москвы приезжают, тратят свои деньги здесь. Гораздо было бы лучше, если бы они эти же деньги зарабатывали здесь. У нас тогда бы бюджет как-то пополнялся бы, наверное. И можно было еще лучше что-то делать. Но нет, этого никому не надо. Этого всего делать не хотят. И, честно сказать, как-то вот даже грустно. Нам вот сейчас почти что, скоро уже полтинник будет, да? И мы уже готовы к тому, что рядом с нами не будет наших детей. Мы уже за то, чтобы они куда-то уехали, лишь бы только здесь не оставались. Главное, чтобы они там жили хорошо. Здесь они ничего не сумеют добиться. Суметь за границу уехать. Вперед. Может быть, там и хуже. Но что-то как-то это самое. У меня вот приезжал знакомый с Америки, да? 5 лет он там прожил. В этой Америке. Он приехал сюда и говорит. Следующее.
ребята, а как вы же здесь живете-то? Он всего лишь 5 лет в Америке прожил. Да, там не сладко жить, да, там хреново. Но за 5 лет изменить свое мнение о своей родине вот так вот. Это все-таки о чем-то говорит. Это чиновникам вам надо задуматься. Вы должны это все решать. Вы должны в чем-то признать свои ошибки. Вы должны их исправлять. Вы должны сами же, вы уже сами должны менять структуру власти. Но вы этого не хотите. Вас устраивает то, что сейчас есть. А что будет потом, это, как говорится, будет потом, не сейчас, главное сейчас. Вы вот, чиновники, да, чинуши, которые заелись, зажрались, заспались, которые зарплаты имеют хорошие, вы не слушайте своих замов, вы выйдите на улицу, да, и оглянитесь. Это в любом городе. Достаточно выйти куда-то там, да, прийти в какую-то деревушку, в какую-то улицу такую, не центральную, прийти туда и посмотреть на людей, посмотреть, что происходит вокруг, послушать их. Вы поймете, что у нас много-много не так все происходит. Лично я вот, я не хочу, чтобы у нас было так, как в Хабаровске. Я не хочу, чтобы у нас было так, как в Беларуси. Но это все от вас зависит. Это не зависит от меня лично. Это не зависит от американцев. Вы поймите, что да, если даже найдется там человек, который куплен там американцами, немцами, кем угодно, сколько бы у него денег не было, да, ему нужно зацепить человека за что-то. Я думаю, со мной все это согласятся. Если человека зацепить не за что, вы его не выгоните на митинг. Вы не заставите его брать палки, дубинки в руки. Сколько бы у него там денег не было, кто бы его там не проплачивал, каким бы он там ЦРУшником не был. Вы это-то поймите. Я вот смотрю интернет, смотрю телевизор, да, по телевизору говорят, ага, в Хабаровске блогеры понаехали и устроили вот эти вот митинги. Вы чё? Даже наш Иван Белозерцев учудил тогда. Многие помнят в Чемодановке, что происходило. Это вот через какой это, вот как вот это вот у него в голову вообще это пришло, сказать такое, что американцы там, в Чемодановке, да, через телефоны проникли и всех выгнали на улицу. Бастовать всех заставить. Ну, это... Я не знаю, как вы это все это там соображаете. Вы вот сядьте перед телевизором и объясните людям, да, вот как вот американцы, да, в какой-то Чемодановке из-за того, что цыган там что-то с девкой сделал, то ли изнасиловал, то ли еще что-то, да. Американцы вот взяли, залезли в телефоны и выгнали всех нахрен на улицу. Да. Это, конечно, да. В Хабаровске вообще блогеры понаехали, да? И американцы тоже там, конечно, да. Вот. Американцам вот делать нехрен, как вот поднять весь Хабаровск, да, и погнать в демонстрацию и всех это. В Белоруссии то же самое. Люди Лукашенко недовольны. Мы вот что-то жили, думали, что там все у них хорошо, а оказывается, нет. А несколько лет назад вот вы, белорусы, вот вы отпишитесь в комментариях, интересно. Могли бы вы, например, вот 5 лет назад подумать о том, что вся Беларусь вот возьмет и подымется, да? Забастует против Лукашенко. Могло ли такое прийти вам в голову? 5 лет назад. Я думаю, что большинство скажут, не, ты что, кто там? Кто тебя послушает? Кому-то нахрен нужен? Я думаю, вот такое вот быть. Смотря на все это, как-то очень печально. Очень грустно. Все вот это вот.
капелька по капельке где-то все. Как тогда вот Ленин выпускал «Искру»? Газета «Искра» была, да? Из «Искры» возгорится пламя. Вот они, эти искорки сейчас вот начинаются тут, там, тут, там. Чиновник сидит, смотрит и говорит: американцы виноваты. Нам. Почему-то государство, наше государство, не хочет себе признать свои какие-то ошибки. Ему говоришь, живешь хреново. Не, ты че, ты живешь хорошо. Вот как гипнотизер, блядь. Ты живешь хорошо, ты думаешь неправильно. Ты ему опять хорошо живешь, хреново живешь. Я уже сам себя загипнотизировал. Живу хреново. Нет, ты живешь хорошо. Ты слушай меня. Других не слушай, сам не думай, ты живешь хорошо. Вот, вот так вот. То же самое, что у нас с водой. Труба вот такая, да? Если два человека, два дома на ней будут сидеть, значит, один кто-то воду откроет, другой из ванны из-под кипятка вынырнет. Потому что он не понимает, что объем вот этой трубы не хватит для обеспечения двух домов. Он говорит, напор хорош, и все. Я не знаю, вот смотришь на все это, да, вот у нас дороги делают, все хорошо так. Вроде как и люди стали более довольны. Но это все же как-то это все временно. Ну да, вот подовольствуются они этим. А дальше-то что? Работы как нет, так и, похоже, не будет. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Комаров Виталий. Меня также в YouTube можно найти. Комаров Виталий. Я есть в Одноклассниках, в Фейсбуке. Так что подписывайтесь на мой канал. Обязательно свое мнение в комментариях напишите. Мне интересно, что вы думаете. Что нас ждет впереди. Чем это все закончится. Пока, ребята.